Я расскажу вам о брусующем станке Витязь-2-630. Станок предназначен для распиловки бревен диаметром до 450-460 мм, в зависимости от установленных пил, в точном режиме на лафет, необрезную доску и горбыль. Минимальный диаметр обрабатываемых бревен 120 мм. Скорость пиления от 5 до 30 метров в минуту. Рекомендуемая скорость пиления в районе 12-15 метров в минуту. Данная скорость пиления обеспечивает производительность в зависимости от диаметра бревен до 250-300 кубических метров сырья за 8-часовую смену. Станок сделан по двухвальной схеме с нижним и верхним валом. Каждый пропил делается двумя пилами. Всего на станке может быть установлено 4, 8 или 12 пил. Наиболее популярное количество это 8 пил. С четырьмя пропилами. При такой схеме на выходе получается лафет, две необрезные доски и два горбыля. Станок оснащен гусеничной подачей. Такая подача более предпочтительна, когда бревна большого диаметра или имеют существенную кривизну. Мощность двигателей подбирается в зависимости от количества пропилов, а также от характеристик распиливаемого сырья. В базовой комплектации двигателей мощностью по 55 кВт опционально могут устанавливаться двигатели как более высокой мощности 75 кВт, 90 кВт, так и меньшей мощности 45 кВт. Максимальная длина распиливаемой бревен не ограничена. Минимальная стандартная комплектация станка составляет 3,5 метра. Опционально она может быть уменьшена до 3, 2,5 и даже до 2. Станок оснащается различными механизмами, обеспечивающими стабильность пиления. Это прижимные ролики, верхние удерживающие ролики, боковые ролики, натяжные репухи. Управление всеми этими системами автоматизировано и не требует от оператора ручного внимания. Таким образом, оператор может параллельно управлять и другим оборудованием, например, накопительной эстакадой и разобщителем бревен. В конструкции станка используются распространенные общедоступные комплектующие, которые в случае необходимости можно приобрести в любом крупном городе. Должное внимание в конструкции станка уделено безопасности. Когтевая защита, ограничивающие кожухи, кожухи, закрывающие подвижные элементы станка, все это обеспечивает необходимый уровень безопасности. Отличительной особенностью этого станка, как и любого другого нашего оборудования, является высокая степень индивидуализации. Большое количество опций, которыми может оснащаться данный станок, позволяет собрать комплектацию, подходящую непосредственно под конкретные задачи. Данный станок оснащен дополнительными опциональными элементами, обеспечивающими стабильное пиление бревен минимальной длиной 2 метра 40 сантиметров. Станок может дополнительно оснащаться подающим столом необходимой длины, приемными столами различной конструкции, устройствами плавного пуска и другими полезными опциями.